У Казахстана есть определенное место на геополитической карте мира, и это место обусловлено в первую очередь ролью и авторитетом Елбасы, который заложил основу внешней политики, который заложил принципы этой внешней политики. Казахстан известен, конечно, прежде всего своими мирными инициативами на международной арене. Это ликвидация Семипалатинского полигона, избавление от ядерного оружия и, конечно, посреднические услуги. Например, Астанинский процесс по урегулированию в Сирии. Участники вот этих сирийского конфликта, они приезжали сюда во многом не потому, что они хотели сюда приехать, а именно благодаря тому, что роль Елбасы, нашего первого президента, Нурсултана Назарбаева, оказала огромное влияние на формирование понимания у наших партнеров и зарубежных того, что Казахстан является мирной страной, нейтральной страной, которая стремится выстраивать партнерские отношения со всеми странами, не только нашего региона, но и во всем мире. Нами накоплен очень большой опыт. Для иностранных государств, а также международных организаций, наш опыт крайне интересен. Продолжает в этих лагерях оставаться большое количество иностранных граждан. Там не только граждане Сирии или Ирака, но граждане других стран. Люди, которые поехали туда, они поехали по собственной воле, по собственному убеждению, то есть никто их туда насильно не заставлял ехать. Были риски того, что они вернутся радикализованными. Казахстан взял на себя, конечно, ответственность на то, чтобы вернуть их и осуществить так называемую программу 3R. Это реинтеграция, реабилитация, ресоциализация. Приглашаем детских психологов, которые работают с детьми, побывавшими в зонах боевых действий. Приглашаем и иностранных специалистов, которые имеют опыт именно психологической реабилитации. Порядка 17 центров действует в Казахстане по реабилитации и ресоциализации наших граждан. Организовываем регулярные консультации, конференции, круглые столы с представителями Красного Креста. Есть большой интерес у таких стран, как Сирия, Азербайджан, Россия, Соединенные Штаты Америки, наших центральноазиатских соседей.